Конечная, парни. Дальше пешком. Минувшие дни. Сомневаешься, Игорь? Не волнуйся, скоро будем дома. Какой план, Игорь? Пробраться на атомную станцию. Найти пункт управления номером. Сломать систему 25, чтобы поднять сверху. Выменить сотрудничество. На 10 часов. Вертолет. Не высовывайтесь. Мы не сможем. Огонь, огонь, отрезать. Эй, Игорь! Эй, Игорь! Возьми себя в руки! Сосредоточься! Пробираемся через забор и спускаемся в канализацию. Верно? Настоящая спецоперация. Что может пойти не так, а? Бойцы НАР могут пойти не так, Антон. Игорь, если все полетит к чертям, ты, главное, не высовывайся. Давай без геройства на этот раз. Хорошо, хорошо, я же не солдат. Ладно, Игорь, дамы вперед. А, давай вперед и к звездам. Дерьмо! Игорь, прячься! Черт! Найди вход в канализацию. Встретимся там. Проклятие!
Нет здесь никого, я же говорил. Грузовик, который мы обнаружили. Не Я же говорил. Да уж, легкая работа. Сторожить хрен знает что у черта на рогах. Никто не выкупит, что мы напились. То, что надо. И не говори. Скорее сюда. Так это здесь. Да, спускаемся оттуда прямиком на станцию. Игорь, возьми счетчик Гейгера и следи за уровнем радиации, хорошо? Три, шесть, да. Так себе, конечно, но не катастрофа. Мы в безопасности. Больше нет. Хорошо, я иду первым. Антон, прикрой меня. Так точно, сэр. Оливер, сэр. Игорь, ты уверен, что эта штука работает? Да. Нужно только немного чернобылита. Минерал, который хранится в адски радиоактивном помещении реактора. А еще его хранит половина армии НОР. Конечно, нет проблем, Игорь. Может, прибавку сделаешь, а? Еще далеко. Радиация слишком большая, бросайте его, спасайте сами. Здесь. Он прямо тут. Не двигается. О боже! Александр Борисович, кто-то должен пройти туда и открыть дверь вручную. Есть. Вижу двух охранников. Черт. Ненавижу эти спецоперации. Ну хорошо. Начинаем с телеспецназа, да? Антон, бери левого, а я позабочусь о втором. Оливер, дай я это сделаю.
Уж с русским-то я справлюсь. Ладно, дело твое. Я тебе прикрою. Слезы под дождем. Пять бар. И растет. Ты уверен, что не рванет? Да откуда мне знать? Я солдат, а не умник в белом халате. Здесь все еще 5 бар. Это же хорошо так. И утечки нет. Давай доложим сержанту, что тут все чисто. Рано еще. У нас четкий приказ. Уровень должен быть 3 бар. Надо искать утечку. Все эти годы в Сибири, а даже одного охранника снять не можно. Да как ты выжил там вообще? Пункт управления реактором. Давно не виделись. Последний раз я тут был, когда плавился реактор 4-го блока. И... Эй, в этот раз давай без ядерной катастрофы, хорошо? Хорошо, Игорь. Какой у нас план? Выломать терминал и проверить, работает ли кнопка АЗ-5. Игорь, не надо. Что? Почему, Татьяна? Что-то не так. Ты с кем разговариваешь? Я в норме. Просто системы не реагируют как надо, и... Ну, мы не можем спровоцировать еще один взрыв. Новую катастрофу. Дерьмо! Это же был твой план с самого начала. Что теперь? Я не знаю. Надо проникнуть в помещение реактора, ну как-то иначе. О боже, черт! Ладно, хорошо. Придется делать это жестко. Выдвигаемся, Антон. Вперед! В помещение реактора! Нужно было тебе нажать на ту кнопку. А что с радиацией? Ничего, по нулям. Все будет хорошо. Ладно, парни. Но не видите меня, если очередь светится или лишняя пара ног отрастет. Останусь-ка я здесь. Один в темноте и в безопасности. Лучше поберечься, чем потом жалеть. Он такой холодный. Ты уверен, что радиация низкая? Боишься, что хвостик вырастет? Да нет, все в норме. Так. Как оно работает? Это твое устройство. Это устройство создает трансцендент-биационное отображение пространственно-временного континуума. Асимптотическая проекция множества Калабиява модифицируется в антидеоситеровом пространстве. Короче говоря, порождает мост Хокинга. Что? Искривляет пространство и время. Требует невероятного количества энергии, а чернобылит — ее бесконечный источник. Говоришь как... Суперзлодей из плохого фильма. Ого. Мою невесту, она пропала здесь, в Чернобыле, 30 лет назад. Да, полная безумие. У нас совсем нет времени на то. О боже! Оливер! На помощь! Oh!
чего? Вот дерьмо. Оливер! Оливер, черт, где ты? Зима была такой долгой, холодной и темной. Мурманск. Я ненавидела этот город. Мне было там так одиноко. Эти долгие-долгие часы и дни разлуки. Так далеко. Черт побери, Игорь! Я думал, этот ублюдок схватил тебя. Он Антона убил, слышишь? Боже мой. Мне так жаль, Оливер. Антон. Антон был хорошим парнем и хорошим бойцом. Он погиб ужасной смертью. Да что это, черт возьми, было? Кто этот ублюдок? Я не знаю, но он умеет телепортироваться. Должно быть, это... трансцендент биакционной проекции пространственно-временного континуума. Вот дерьмо, только не начинай опять. Нет, нет, никакой научной лабуды. Прекрати, а то у меня голова взорвется. Где мы, черт побери? Внутри. Внутри чего? Ничего, дело не где или когда, мы внутри точки сингулярности. Везде и нигде одновременно. Ага, конечно, бред собачий. Нам надо убираться отсюда. Уверен, тот парень идет по следу. А у меня ни малейшего желания еще раз с ним встретиться. Так что, куда нам? Где выход? А, да, ты прав. Конечно, чудеса могут и подождать. Смотри, вон там. Вон выход, видишь? Вижу. Тогда давай встретимся у Михаила. Ай, черт! Моя рука... так болит. Сломано. Я убью тебя. Ты. Ублюдок в черной маске. За Антона. Что это? Шторм? Все рушится? Это конец света, это все моя ошибка! А снова наша. Такая долгая. И так легко сломана. Неужели это я сделал все это? Thank you.
всякое случается, верно? Хватит вести себя